Мы продолжаем. Праздничный велопробег, приуроченный ко Дню Конституции, прошел в Алматы. В нем приняли участие более 500 спортсменов-любителей и профессионалов разных возрастов. Колонна велосипедистов проехала по проспекту Аль-Фараби, завершив путь в парке первого президента. Общая протяженность маршрута составила почти 8 километров. Цель мероприятия – популяризировать здоровый образ жизни и продвигать велосипедную культуру среди алматинцев. Участница велозабега Салтанат Казыбаева надеется, что подобные мероприятия будут проводиться в мегаполисе чаще. Я сегодня очень рада участвовать в велопробеге, который приурочен ко Дню Конституции. Вообще, давно начинали эти велопробеги, я рада, что их вернули. Сама активно занимаюсь спортом и, конечно же, участвую сегодня в мероприятии. Спасибо большое организаторам за этот день.